сейчас мы находимся возле котельного оборудования, которого размеры более по высоте 20 метров. Этот резервуар обеспечивает теплом 30% Химок. Чтобы полностью охватить его взглядом, нужно пройти 3 этажа вверх. По словам главного инженера химкинского филиала ТСК «Мосэнерго», каждый час через котел проходит до 2500 метров кубической технической воды. Ее нагревают от 70 до 115 градусов в зависимости от погодных условий, чтобы обеспечить комфортную температуру в многоквартирных домах и на предприятиях. Этот котел новый, он будет обеспечивать теплом химчан 25 лет. Рядом с ним ведут работы по замене второго котла. Мы находимся возле демонтированного котла номер 2. Значит, данное оборудование устарело в своем видении. Значит, на сегодняшний день готовится площадка бетонированная для котла номер 2. Значит, модернизированная. Значит, и данное оборудование улучшит теплоснабжение и качество теплоснабжения потребителя города Химок. Сейчас под новый котел уже подготовили фундамент. Впереди работы по монтажу конструкции котла из металла. Параллельно ведут работы по строительству еще одной котельной в микрорайоне Подрезково. В общей сложности химкинский филиал ТСК «Мосэнерго» отапливает порядка 1000 многоквартирных домов, а также десятки предприятий, в том числе НПО имени Лавочкина, МКБ «Факел» и НПО «Энергомаш». Также у нас по плану и утвержденному графику происходит замена трубопроводов, которые изношены. Химкинский филиал занимается эксплуатацией более 450 километров тепловых сетей, где 150 – это магистральные тепловые сети и 300 – разводящие сети. Также это 16 котельных и более 100 тепловых пунктов. Капитальные работы по замене котла завершат в 2023 году. По словам инженеров, это позволит бесперебойно обеспечивать теплом новостройки и новые предприятия в Химках. We'll be right back.